Ладно, 50 лайт. На экране. Экран битый. Но на работу экрана никак не влияет. Похоже, что задняя крышка отходила, ее приклеили на клей, что-то вроде этого. Ну, то есть видно немножко здесь следы, но тоже на работу это никак не влияет. Чехло можно закрыть, этот момент вообще легко. Фронтальная камера работает. Основная также. Телефон работает вообще шустро, без лагов. Микрофон работает на телефоне. То есть, даже если экран битый, в принципе, так не видно. Верхняя часть, нижняя часть, все реагирует. То есть, все. Экран весь функционирует. С аккаунта выйденный. Wi-Fi сим-карту он распознает. Android у него 10. Процессор Kirin 710, хороший процессор, мощный. Оперативки 4, своей памяти 64 гигабайта. Телефон полностью в хорошем рабочем состоянии. Нигде не зависает, не лагает. Единственный небольшой минус — это его, конечно, вот внешне. Но он на работу это никак не влияет. Поэтому и цена соответствующая.